Привет, мы на канале Мистер Лена. Мы на втором курсе. Я на флаге, на башне. Ага. Класс. Хвосты эти прикольные, да? Ну как? Те. А чувствуется? Вот эта змея уже конкретно чувствуется. Напряжение, да? Так его держишь. Вот это башня. Все, уже отпускай его вообще по полной. Ну, метров 50, так даже, наверное, больше. Ты махнешь, когда будет. Привет, привет, мы на канале Мистер Лена. Мы на третьем курсе. Лена на башне. Нет. Что, утягивает тебя? Да, это те. Как вам я кудряшку сделаю? Какую еще кудряшку? Это просто травиночка. Не, из травы я сделала вот эту кудряшку. А, я понял, ты завитушку сделала такую, да? Вам показать, как я это делаю? Она сейчас, Ленуся, я хочу поснимать. Вам все, показать? Она не порвется, эта веревка? Вам показать, как я... Вам показать, как я эти завитушки взял? Так, надо что-то прочинить. А я пока змея поснимаю. Блин, а еще вот. Было бы две, конечно, было бы прикольнее. Да, да. Так две можно и соединить. Смотрите, как я делаю эти завитушки. Вот как я их делаю. Вот. Сначала вы должны вот так вот замотать вот эту травку. А потом а я вам... Ты снимаешь, короче, снимает Шаркана и меня. Потому что скоро видно. Завитушки. Вот завитушки. Вот. Ой, ой, сейчас, Лен. Я его на приближении буду снимать. Было бы круто смотреться на башню. Вот, видите, потом. Вот. Вот, потом. Вот, потом. А ты набрал второй моток ниток? Взял. Вот, да? Вот, да. Потом вы берете вот эту штуку. Ладно, Леночка, мы сейчас примотаем еще второй моток ниток, хорошо? Смотрите. Так. Доматываем второй моток на 90 метров, и общее что, количество веревки будет мотать. Сейчас 180. 180 метров, ты что, офигеть, блин. Так возьми другой этот. Не наших буду лопать. Сейчас вылетит с рук всем. Лучше возьми, вставь веточку, Лен. А маленькая. Так дай другу, я ж тебе другу здесь давал. Осё. Давай, давай. Такая напряга, что я не знаю, вытримаю или... Вытримаю, все будет. Давай, вон. Дуже. О, видишь, все. Слухай, батька, все мене в порядке. Что, ну ты это снимаешь? Да. У меня уже даже на 15-кратном увеличении он не занимает весь экран. То есть до него уже реально сейчас метров... А, больше 100. Первая же веревка 90.
А это уже второй тут половина отмоталась. Здесь 120 метров. Сейчас будет почти 200 метров до него. Я спасла вашу бумажечку. О, давай, не будем мусорить. Выкинем потом на обратно. Это тебе не то, как мы тогда запускали. Смотри, Hello Kitty, да, там 30 метров. Я больше не буду выпускать бузайки. Чего? О, Лена, смотри, где он. Ну, я хочу тоже. Подержите, пожалуйста, 15. А ты удержишь его? Не, Лен, не, подожди, дай его размотать. Размотать, потом привяжем на колесико, а потом дадим тебе. Окей? А ну, пап, ну засними без приближения где-то со своей спины. Как-то все выглядит. Выглядит, да, там еле-еле точка видна. Ну. Вон, посмотри, ты его видишь? Нет. Не, ну видно, точечка мелькает где-то в облаках. Итак, не надо так делать. Лен, как ты себя чувствуешь? Не уносит тебя Шаркан в небо? Ну хорошо. Ну, может уносить. Лена, ну дай мне кольцо. Все, ребята, 100, 2 по 90, 180 метров я... А, вот, нашел эту точку. Все, потом дружба нам отношу, чтобы завидовали. Вот 15-кратное приближение. Ну вот сделай сейчас без приближения. Без приближения он там где-то далеко-далеко. Ну, ничего страшного. Все. Так и будешь. Вот. Видно, что... Итак, Всеволод, король взадственного ведлохвоста. Шаркан, да. Вот это Шаркан так Шаркан. Нифига себе! Так нифига себе! Губы сыни. Зараз это уже пидем. Уже скоро а ну покажи синим. А ноздрички. Ты что, ну посмотри на него. Хорошо, чтобы остались, дождались ветра. Да, я хотел пойти домой, но это намного круче. Я хочу тебе покрыть. Я падаю в траву. Ты что, офигеть, пап. Это ни с какой Hello Kitty не сравнится. Да. Сравнится, сравнится. Ты что? Класс. Ага. А как там эта точечка мелькает? Вот смотри, мы ее сейчас приближим. Давай вверх. Да, тут очень красиво. Словакию? Ага. А, они же просто вот отчу. Такой у нас сегодня день очень хороший. Они как писюнчики и писи. Лен, говори, прости. Так, а вот то уже Польша. Далекие так, горы. Так, ветер, мне кажется, слабее. Да, супер. 27 июля, 13 градусов тепла. Ага, очень теплое лето. Да, для Днепра это вообще что-то невероятное. В июле 13 градусов, а тут это стандарт. Нормальная погода. Тебе показать, какие у меня руки, это нормальная погода, показать? Сейчас оно. А тебе показать, какие у меня руки, это хорошая погода. Ну, такие холодненькие чуть-чуть. Да, да. Вот это я поснимаю. Давай. Ну что, як тебе? Ничего себе такое. О, такое, знаешь, натяжение. Вон он, да. Ты реально чувствуешь натяжение всех. Ну так знаешь, ну, да. Китти она так не натянет. Так я не договорила про гудяшку. Ого, так знаешь, хопа. Вот, берете гудяшку, теперь вы сюда ее держите, держите. Когда вы держите, вы можете гудять. Вон он, маленькая точечка в небе. Да. Ой, блин, он уже разряжается, жалко. Самое такое. Ну да, по сути уже дальше идет про.
Вон эта точка. Солнце где-то далеко. Оно. Где? Ого! Нет, оно. Когда порыв ветра, оно так ветра. Вот возьми, подержи, когда порыв ветра. Даша, оно. Вот сейчас снимем глазами папы, как... Так, вот, вот эта точечка, вот она. Когда порыв ветра, так... Ой! Так, быстрей, быстрей! Лена выронила эту штуку. О. Ого, так она села, ну так... Ох! Хоть так, бери, прыгай на нем. Как можно качать эти, мускулы? Такой, будешь качать шарканами. Серьезно. А теперь снимай куляшку. А теперь уже мы, наверное, заканчиваем. Ну, потому... Пока-пока. А уже заряда мало. Ну, сейчас заканчивается. Пока-пока. Ставьте лайки для новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки для новых встреч. Пока-пока. Все. Сейчас мы сматываем нашего... 180 метров надо смотать. Это не так легко. Да, видлохвостик под дождем. Да, ребята, идет дождь. Вон куприщи. Это снова идет. Да. Нет, ребят, вы на пятом. То есть вы на четвертом курсе. Лена на башне. Лена на башне. Лена, вон куприщи. Все, заканчивается зарядочка. Хорошо, что у нас здесь есть такая защита от дождя. И мы можем ее переждать. Пока-пока. Ставьте лайки для новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Стоп, стоп. Нет, не надо объектив. Лена, Лена, он испачкается. Лена. Нет, нет, я выключаю. Выключи.